Какие ощущения? Мы видели, вы плакали. Вы ожидали? Я совсем не ожидала. Это все из-за дочери Брэндона Стоуна, потому что она меня вдохновляет все время. Это все из-за него. Брэндон, как ваша дочь это делает? Ой, она просто так полюбила Нилу за это время, что только и говорила целый день. Нилу, Нилу. Такая с большими щеками, она сладкая, ее хочется съесть. Я за ней говорю, значит, не просто так она говорит, Нилу, Нилу. Значит, она... Нилу, что будете делать с денежным призом? Я не думала об этом совершенно, я даже не знала, какой денежный приз. Теперь надо... Я таких... 37 тысяч евро. Кэш. Потому что Латвия ваша берет 20% уже налогов. Поверьте, это не журналисты берут. Латвия, мы вас, конечно, очень любим. Вообще-то, я вам скажу, в Германии за приз не берут налоги. Не берут. Нельзя за приз брать налоги. Ну как, если объявляют 50, пересылают в Латвию и берут уже 12 тысяч евро уже взяли. Ну я честно говорю. Все, ладно, вот. Ну вы уже маме позвонили. Нет, еще не успела, вот быстро тут бегаю, пытаюсь ответить на вопросы и пытаюсь собраться, потому что эмоции переполняют. Вот. Потому что трансляция-то идет с задержкой, мама знает, не знает, ничего от нее не приходило. Не знает, мамочка. Да, сейчас бедная узнает, потому что я буквально часа два назад звонила и говорила, что вот, мам, надо это выдержать, вот постоять, уйти, надо это все пережить и как бы... И она уже смирилась, такая, ну ладно, ну хоть напоследок, ну ничего. Так, ну у меня мама скромная, как бы, ну я тоже, как бы, ну я не ожидала, честное слово. Вот так, ну, это тоже приятно, и все, кстати, весь коллектив за нее так радуется, потому что они реально все тебе отдают победу. Вот. Мы слышали, это правда, и трио The Jiggets говорили, вот мы рады за нашу подругу Нилу. Мы тоже очень за вас рады, мы очень вас поздравляем и желаем вам огромных-огромных успехов. Спасибо вам огромное. Будьте счастливы. Спасибо, я вам желаю. Всем любви.